На регулярной основе телевизионная студия университета проводит экскурсии для учащихся школ города Москвы. В этот раз ТВ «Руден» посетили ученики 8 класса школы номер 1945. Очень понравилось, очень легко брать интервью, давать интервью, все очень просто, как-то как семейные посиделки. Еще тут очень хороший коллектив, я хотела бы здесь учиться. Ребята получили уникальную возможность увидеть, как устроено телевидение, и попробовать себя в роли ведущего, корреспондента и даже оператора. Как создают новостные сюжеты, репортажи, как снимают стендапы и интервью, как видеоматериал обретает свою окончательную форму. Все это сложно и непонятно, только на первый взгляд. Сотрудники ТВ «Руден» приподнимают завесу тайны телевизионного мастерства. Очень понравилось было вести интервью, разговаривать со своими одноклассниками о разных историях. И я буду думать, может, я сюда поступлю. Работа телеоператора очень заинтересовала школьников. Не каждый день предоставляется вот такая возможность поработать с настоящей телевизионной камерой. Тут не так это все сложно, обустроено. Учиться здесь, наверное, интересно. Было интересно смотреть, как записывают интервью. Было интересно самой попробовать дать интервью и взять. И я думаю, я бы хотела тут учиться. Волшебный мир голубого экрана настолько захватил ребят, что день пролетел незаметно. Школьники получили множество незабываемых впечатлений от процесса телепроизводства. Возможно, эта экскурсия повлияет на выбор их будущей профессии. Нина Важенина, Бекасы Ко, новости ТВ «Руден».